Серег, сейчас заходим ко мне и продолжаем пировать. Подожди, дверь закрою. Закрываешь? Все, я держу, давай. Помилуй, господи. Это твоя жена? Я поговорю. Слушаю. Опять пьяный. Или не пьяный? Пьяный. Я не пьяный. Пьяный? Я не пьяный. Да? Не пьян? Ну тогда скажи, дисквалификация. Хорошо, я пьяный. Видишь, что пьяный. Устала уже от тебя. Целый месяц не просыхаешь. Надоело конкретно. Мало того, что сам пьешь, еще и своих пьяных дружков в дом водишь. Вот я тебя наказываю. Начиная с сегодняшнего дня, в течение месяца между нами секса не будет. А ты чего смеешься? К тебе это тоже относится. Мартиросян, иди присаживайся. Готов отвечать на мои вопросы? А, если честно, нет. Не готов. А ты знаешь, что если не ответишь на мои вопросы, попадешь на ликвид? А там недоброжелательная комиссия. Не выкрутишься. Слушай, хватит, соберись. За тебя все время просили, я всегда шел тебе навстречу. А что будет после, когда станешь адвокатом? Ты должен избавлять людей от их проблем. К примеру, мне интересно, вот ты сейчас в проблеме. Вот скажи, как ты собираешься из нее выпутываться? Скажи, интересно. А я как будущий юрист предлагаю. Говори, слушаю. Предложение следующее. Я вам задам 3 вопроса по специальности. Если вы не сумеете на них ответить... то ставите отлично. А если ответите, то на ликвид отправлять не надо. Просто отчисляете и все. Интересное предложение. Я сразу заберу зачетник, чтобы время не тянуть. Слушаю. Внимание. Вопрос. Обрисуйте мне одну ситуацию. А. Которая законна, но нелогична. Б. Логична, но незаконна. В. И нелогично, и незаконно. Не знаю. Говори, что это? 5. Ну, говори. А теперь внимательно правильный ответ. Вам 75, и вы женились на 25-летней девушке. Это законно, но нелогично. Естественно, ваша жена имеет молодого любовника. Это незаконно, но логично. А тот факт, что вы только что этому любовнику поставили 5, это и незаконно, и нелогично.